Покинул. Так. У нас точка здесь. Лидер чего? А, лидер ракет. Хорошо, хорошо. Ну что, тигра-то будем мочить? Нет, как вы думаете? Да, наверное. Сейчас мы... наверное, переместимся сюда. Или где тут поближе. Как вы думаете, какой из этих аванпостов ближе всего к тигру? Ну, наверное, вот этот. Переместимся сейчас по-быстрому. Посмотрим. Может, нам удастся замочить его. Нам нужно три шкуры, но одна у нас есть. Поэтому сейчас... Так, что тут у нас? Всё отлично. Так, да, выходим. Отметим сразу цель. Поставим меточку. Так, это что, машина? Здесь можно... Не, нельзя садиться. Дополнительные задания также. Ну, не знаю, может и пешком дойдем, если поблизости машин не будет. Ну, может и есть где-то. Опа, вот и тигр, посмотрите-ка. Так, у нас только вот такой есть агрегат. Ну-ка, давай, иди сюда. Все, шкура не повредилась? Потому что в четвертой части шкуры повреждаются от взрыва. Так, хорошо. Шкура тигра. Шкура тигра. Теперь можно сделать сильную гранатную сумку. Все, больше ничего нельзя сделать. Ну и далее, далее, смотрите-ка, везде, в основном только, да, только какие-то животные, которых нужно только по дополнительным заданиям выполнять. Вот и, вот, пожалуйста, мы с вами... А, так я вот, прям тут и сидел, этот тигр. Итак, что у нас тут? Сюда перемещаемся. Вот тут еще надо посмотреть, что это за задание, он просто ради интереса. Ну, ёп. Отлично. Ну, сейчас пока летим, перезарядимся заодно, наверное. Если хотите носить больше оружия, готовьте для него, но это мы знаем. На всякий случай. Так, пополним. И можно сделать, знаете, чего я бы хотел? Давайте, знаете, сейчас закупимся. Для начала мы изготовим спецстрелы. Вот это. Пока... Хотя нет, еще... Ну нет, сойдет пока. И гренами теперь закупимся. Скидка 20%. Ну да, там надо качаться до по очкам навыка. Там будет какая-то скидка еще. 25%. Тут еще где-то сундучок в кустиках, в травке лежит. С 22 долларами. Отлично. Садимся и мчимся на выполнение заданий компании. Мы уже с вами достаточно нормально так прокачались. Эти старые шахты, я тут очень часто, достаточно часто здесь бываю, заметили? Удачненько я здесь его... А, нет, это... Как это? Да, старые шахты. Удачненько я здесь жахнул аванпостик. Блин, да я не собираюсь дорогу переходить. Я вам сейчас расфигачу, и вниз туда. Опа. Ну, хорошо. Кстати, вот надо трюк с гранатой не забывать об этом. А то я что-то забываю. Ну ладно, ладно, так уж и быть. Так, я пополнил боезапас? Да. Или нет? Да, вроде пополнил. Сейчас посмотрим, стрелы есть у нас? Стрелы. Да, 75 штук у нас всего. Да, я даже, по-моему, этот собрал, как его. Ящик. Тоже 24 доллара. Все. Значит, тогда спрыгнем там. Не будем на машине туда прыгать вниз. Она взорвалась, в общем. Случайно получилось. Просто вот доедем сейчас. Кустики забиваем. Честно, они правда срубаются или нет? Ну-ка, сейчас. Да, падают. Это, видимо, нет. Ну, ладно.
Так. Ну что, на камни попадем или нет? Хочу прыгнуть в воду. Фуф, нормально, а то бы сейчас сдохли, и было бы вообще не круто. Блин, да мы, помните, кто-то каньон прыгали, где, ну, огромная высота, и ну, внизу озеро было. Так вот, мне кажется, мы там и то меньше всплывали, чем здесь по времени. Так, тут еще спуститься к нему надо. Да, это не проблема. А сколько мы с собой? 8 инъекторов можем носить? Так, ну, здесь, наверное, входить надо, да? Да. Так, у нас здесь предводитель. Это какой-то непонятный в виде храма, что-то, не знаю. Рад тебя видеть, Джейс. 4 закладываешь. Молодец. Колонна Васса пройдет здесь. Надо установить взрывчатку, чтобы перекрыть дорогу. Дай мне С4. Без проблем. Да у меня есть. Ну ладно, давай, лишний не мешает. Правда, в руках придется нести, а то... У нас мало времени, Джейсон! Дай взрывчатку! Какие орхидеи нахрен нам фичат? Доставлю я. Так отнеси 4. Да? Эй, Джейсон, это Лиза. Я занят, что там? Хотела сказать, что тут лодка. Когда вернешься? Не знаю. Но ты вернешься. Да. Ладно. До встречи. О, какой у нее голос. Они не понимают. Возбужденный. Ну, не важно. Так, по-моему, нам сказали С4, но это динамит какой-то вообще. Может, я что-то не так сделал? Ух ты, смотрите-ка. Ни хрена себе. Ну то, если что, возьмем. Что, ждать надо? Да, вон они едут. Конвой уже здесь! А что надо делать? Это не пираты. Это вроде не люди, Васа. Ты что делать-то? Черт! Это еще кто? Хорошо организовано. Эти вроде как солдаты. Скоты, ёп! А, я перезаряжаюсь. 50 за них дают, это какие-то мощные. Поправку на ветер делаем надо. А сколько их там? Да ладно, прям в голову попал, обалдеть. Там еще едет. А вот. Попал в кого-то, водила. Этого тоже. Этого тоже. Все? А, нет, ну там кто-то. Кто они так? Да вообще проще вот так сделать. Нормально. Чё? Чё? Стоять! Чё? Как спуститься? Какой... А, садитесь в грузовик, видимо. Давай, побольше. Давай, быстро. Ну, чё-то Джейсон заподозрил. Типа, это не грузовик или что-то такое. Броник опять не купил. Ну, я даю, а. Молодец, да? Ну, вроде нормально управляется. Тяжелая такая машина, но все равно. Таранить или что с ними делать? Цель обнаружена! Да, таранить. Ничего у вас не получится, гады. А что-то шипит там в машине. О, я нашел. Уничтожьте выживших наемников. Отлично. Сейчас бомбанем. Воу. Да возьми пулемет. Какие чуваки мощные. Черт побери, ты мудак. Я здесь. Спасите. В этом что ли? Это что-то фигня какая-то. Эй, Джейсон, скучал по мне? Тварь. Пока он говорил, эй, Джейсон, ты мог бы его... Ху! На левый хук. Ой, на этот. На прогиб взять. Ну,
отодвинуть, я не знаю, отбежать. Я уже говорил тебе, что такое безумие. А? Это заставка безумие. Это точное повторение. Это заставка. Одного и того же действия. Раз за разом. В надежде. Помните, на изменение. Да? Это есть безумие. Превью игры делали, по-моему. Когда впервые я это услышал. Не помню, кто сказал эту хрень. Я бум, убил его. Смысл в том... Окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как... Ты на меня смотришь? Окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том... Ладно. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усёк? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Да, говорил. О, боже. Цепляй его за ногу, блин. Цепляй. Пошёл ты! Что нажимать, давай. Или сам справишься. Давай, я жму изо всех сил. Я, у меня прокачать надо. Репеллент вколоть себе. Достал меня, сукин сын! Чё, у нас оружия нет? Типа забрать этих воинов. Зато ножик есть. Вот да, он связал меня веревкой и... Да, нас ни хрена нет. Ну, надеюсь, нам дадут... Куда ты нырнул? Башкой в землю, блин. Надеюсь, нам дадут шанс. Ух ты, посмотрите, а мы на другой части где-то. А если я куда-нибудь бегу? Что произойдет? Если я не пойду туда? Сделайте. Мне это скучно уже. Нет, то... Ну ладно, насрать на них. Вертушка, там, наверное, войны. Ну, давайте так же сделаем. Все. Ну и дыра. Чего нет подсказки? Хорошо, нам нужно идти туда. Ладно. Теперь надо найти способ спуститься. Это снайпер, по сути, да? Или нет, нет, это там светит лучом. Гад, он на меня прям смотрит. Вот засранец. Да, он будет замечать меня, ну ладно. Что-то я не помню даже это место, не знаю. Случайно получилось. Камешку. Такого, блин. До свидания. Так, заряжаем. Псинки тут какие-то. Пасутся. Отлично, идем пока нормально. Но боюсь, у меня собачка. Вертолет. Времени мало. Времени мало, согласен. Хотя нет, я не знаю, может. Ну. Отлично.
Быстро, скотина. Еще пальнет, я знаю, гранатомета. Прицелься хотя бы. Прыгает. Ты ведь в этом году победила на чемпионате по плаванию. Чего? Ты с кем вообще? Я тебе говорил, что такое безумие. Ясно. Интересно, а с какой контрольной точки сейчас мы начнем? И вернут ли нам наше оружие? Понятно. О, это, по-моему, ты в ад попал. Держите. Если не буду держивать, то сдохну. Я все-таки выполнил. О, я в раю теперь, нет? Или где? На том же. О, нет, все-таки. Он вернулся из мертвых! А лес из такой кучи, как будто на тебя там, не знаю, 50 человек. Эй, Деннис! Джейсон! Деннис! Как это возможно? Тебе везет, мой друг. Блин, у тебя что там? Сделал? Вас празднуя твою смерть. Чтобы порадовать Войта. Я далеко не мертв. Скажи Цитре, я приду. Окей? Сейчас скажу ей! Давай, давай. Оп, куда он? Исчез, исчез. Исчез. Мне нужно отнять свои вещи у пиратов. Вы что, охренели? А вот здесь вышка, кстати, не настроена. Интересно, где мы находимся? Да, прям рядом с вышкой. Можно, мне кажется, даже сначала вышку захватить. И это что, аванпост, что ли, или что? Нет, это не аванпост. Ну, так вот. Зажигалка это варан там. Из титана, я не пойму, из чего она там сделана, чтобы пулю-то сдержать. Оп. Давайте сразу, кстати, применим... Репеллент, инстинкт охотника. Не, это здесь у нас находится создание предметов. Вот. Снадобье для охоты, вот. Блин, а ни хрена нет пунцового листа. Капец. Ну ладно. А, вон там, да. Нет, это человек. Васа. Ща, шлюха наградила меня триггером. По-моему, топора-то даже нет. То есть отметить мы их никак не можем. А, у него пушка-то есть? Только ножик какой-то. Сейчас мы будем...
пусть это кончится. В виде рубаки. То есть рубаки, они же... Мы сейчас тоже будем как рубака, в общем. Там собака что? А, там чувак какой-то стоит. Опасно достаточно. Ну, у него может быть оружие. Он бронежилетит. Нет, тут одни рубаки, похоже. Ну, значит, у нас есть шанс. Он обосрется. Так. Не запалили. По-моему, реально тут одни рубаки. Или вот этот с автоматом. Да хрен его знает. О! Ну, хорошо. Что за дыра? О, хрен это было. Рок твою дивизию, смотри, что происходит. Удерживай, удерживай ку. А что с этими с собаками стало? Хорошо, что я прокачивал как функцию. Либо я не знаю, откуда это у меня. Бля, вы издеваетесь, что ли? Ладно, у меня есть одна граната, кстати, по-моему. Коктейль молотом тоже. Хорошо. Ну, иди сюда-то. Ну, ты дурак, что ли? Иди сюда. Кто-нибудь научите его. Да какого хрена? Почему он сюда-то не идет? Хочешь ты? О, смотри, чё я нашел, пистолетик какой-то. Это весело! Сидите, огонь! Ага. Ну это просто какая-то ракетница, отвлекающая, видимо. А, огонь он делает, все ясно. Типа. Да, для поджаривания задниц. Огонь! Скоты! Где собаки, не понимаю, куда они делись? Может, что, коктейли молот его жахнуть? Здесь тяжеловес. Не хочешь ответить на телефонный звонок? О, а на него можно спрыгнуть, нет? Нельзя, наверное. Стоп, а у нас нет такого очка-навыка? Кстати, дайте посмотреть. Так. Так, так, где это такое может быть? Вот, не открыто. Да и вряд ли такое вообще возможно. Огонь! Хорошо. У нас еще гены есть. Наконец-то. 240 опыт, и берем его пулемет. Еще обоссусь, если нам скажут, что нужно засунуть навык. И недоступен. Просто очко прокачу. Ну, не будем пока этим заниматься. Все. А что нам надо-то что-то? А, поищите в лагере снаряжение. Так все, я уж поискал, мне нафиг не надо ничего же. А, может быть там все мое снаряжение есть? Как вы думаете? Ну вот снаряжение. Что тут еще может быть? Там еще где-то моя мина была. Так, ну куда тут еще сходить? Даже не знаю. А, ну вот-вот в тот дом, наверное, да. Хотя он не на карте вроде. Да, на карте. Да, тут... Ух ты, смотри, сколько денег. 7... Ну, как сказать, мало, конечно. Чё? Чё произошло вообще? Алло? Джейсон, предупреждаю. Вас, могучий воин. Опа. Но Хойт, как демон. Всё ясно. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Блин, это не магазин, что ли? Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь.
говорите, с Герком. Здорово. Ёпта, тогда валим отсюда. Так, а, блях-мух, нам тут вышку нужна. Скоты заметили. Купец. Ну ладно, придется повозиться. Хотя зачем? Убежать просто. Не хочу морочиться с ним. А, придется, ладно. Сейчас побырму их замесим. И этого, наверное, на ближний бой можно взять, нет? Он что, в здании, что ли? Все. О, и машинка, кстати, сейчас доедем. Все, погнали. Вот эта снайперская винтовка неплоха, мне кажется. Там на нее, если глушитель поставить, я ее помню в первой части. Что тут доезжать, блин, 5 секунд и все. Вот, пунцовый лист, давайте его. Так, отлично. Отлично, здорово, прекрасно. Великолепно и потрясно. Так. Что такое? Как далеко, смотри, там аванпост. Круто. Птички летают. И все дела. Тут сейчас захватим по-бырому аванпост. И тут еще задание. Еще задание, отлично. Блин, я не понял. А нам, наверное... Что там происходит вообще, блин? Я что-то не пойму, куда нам. Жали сюда. Ну что тут у нас? Сорвался, да, чувак? Ну ладно, вот так уж. Надо осторожно, потому что лазить. Так, а что-то здесь он не хочет. Ну, значит, с этой стороны будем залазить. А те же... А те веревки, интересно, можно ли по ним залезть, по тем веревкам? Ну, наверное, можно. А, вот для чего они. Или нет. Цепляйся. Отлично. Ё-моё, вот это опасно же. Может, тут есть более какой-нибудь способ? Нормально, но мне этот способ. Отлично. Все круто. Так. Да, вышка сложная достаточно. Ну, новый остров, видимо, какой-то. Так, далее что? Блин. Вот сюда. Да, вышечка достаточно... Ну, она как сказать? Она не то, что посложнее, просто разные... Ну да, можно сказать, посложнее. Дольше высматривать, куда залезть. Дольше лазить там. В некоторых местах просто можно по этим... Как их там называют? По лестнице. А тут, видите, надо прыгать. Ну, чем дальше, тем они разваленнее, разрушаются. Все перенастраиваем, и скоро у вас будет в жопе без этих вышек. А, зеленый огонь. Ух ты! Испытание. Ты там убежище прям. И корабль. Может быть, тут сундуки могут быть. Либо реликвия, понятия не имею. Итак, смотрим на карту. Что тут у нас? Это что, все? Вы что, охренели? Ну ладно, нормально. Так, где тут испытание? Вот оно, испытание это было. Так, что нам бесплатно? Да, сейчас глянем. Сюда сейчас отправимся, посмотрим, что там такое. Хотя нафига. Слушайте, а что там? Блин, просмотрел, какое оружие дали. А чё там это было как? Это вот тот аванпост? На берегу который. Да, это он. Ну, давайте тогда вот на этот, наверное. Тут тигр, кстати, есть, смотрите-ка. Обалден. А, подожди, нам же нужно точно. Тогда давайте отправимся. Вон он дымится, гад.